Сенокос – один из наиболее важных периодов в аграрном календаре. В старину считалось, что начинать его лучше после Петрова дня, 12 июля, а заканчивать до Прокла, 25 июля. Однако для некоторых животных лучшим кормом будет сено, заготовленное из молодой июньской травы. Морская свинка Элма, питомица устюжанки Татьяны Шараповой, предпочитает именно его. В основном это клевер, одуванчики и осот. Вот обычная зеленая, горошек, ну вот дикий горошек. В общем, она любит все зеленое. Я думаю, что у нее, если когда косишь траву, попадется какая-то трава, которую она не любит, она просто ее не будет кушать. За зиму она съедает у нас, вы не поверите, 2,5 мешка сена. Кроме травы, Элма любит лакомиться свежими огурцами, шпинатом, тыквой и семечками. Большинство этих продуктов можно приобрести в обычном магазине. А вот сено при его отсутствии придется искать в отделе для животных. Сено у нас в продаже всегда есть. То есть выглядит оно, в принципе, есть у нас сено обычное, есть у нас сено в брикетах, есть у нас сено заготовленное, ну, стандартные тоже, они как бы считаются брикеты, не брикеты, они идут тоже полосочками, но обычное сено, то есть не прессованное. Вот оно как бы в основном выбирают, да, готовое сено, которое идут уже с предприятий. Сено выполняет одну из главных ролей в процессе нормального пищеварения грызунов. Специалисты рекомендуют ежедневно включать его в меню и следить за его качеством. Оно должно быть заготовлено из чистой травы ярко-зеленого цвета. На траве не должно быть пыли и загрязнений, само сено не должно быть плесневелым. Собирать такую траву для заготовки сена животному возле промышленных зон или дорог категорически запрещается. Именно поэтому, чтобы следить за качеством сена, заготавливать его лучше самостоятельно, не доверяя здоровью питомца рукам чужих людей. Погода в этом году отличная. Пожелаем всем, кто выходит на покос, удачного сенокоса. Антонина Смолина, Антон Карев, телеканал «Русский Север».